Всем привет, девчонки! Мы сегодня отмечаем день рождения Арсения. Тортик я вам уже показывала, ну кто видел. Бутерброды со шпрота, помидорки, кетчуп, две рюмки, вода, хлеб и шашлыки. Они пошли с Сережкой в магазин, а я на шашлыках. Купила. Вот так штука такая неудобная, зараза. Вся гнется. Мы еще в огороде ничего не убирали, кроме лука. Картошки, говорю, у нас там чуть-чуть было, выкопали. Катя, по-моему, покосит просто, все, больше садить мы ее не будем. Не только мы такого мнения. У нас невозможно почему-то. Так растет трава. Да и не важно. Не хотим мы огород. А что у меня, они почти не мариновались, полчаса, наверное, постояли. Данил тоже пришел. Арсений себе подарок ему, Катя ему 1000 дала. Он купил себе игру. Скажете, опять вот игру. Ну а что мы ему подарим? На Новый год они просили. На Новый год они просили кресло и клавиатуру вот эту вот механическую. Ну, мы им и купили еще и монитор. А в этом году что на день рождения? Вот что ребенку купить? Ему ничего не надо. Телефон у него есть. Одежда есть. Игрушки он уже не играет. Так что купить нечего. Автоматы у него есть. Мы 2 штуки покупали. Он и не ходит, и не хочет. Я его просила со мной в магазин сходить, чтобы что-то выбрать, там, может, что купит. Не пошел. Купила шоколадок и все. Шпроты купила, девчонки. Елки-палки. Вот такие мелкие. Кошмар. Хотели суши заказать. Катя хотела за сушами сегодня съездить. Но она заболела, у нее температура. Поэтому она не поехала. Сегодня мы без суши. А так обычно мы на праздники покупаем, день рождения не справляем, но там суши берем просто и все. И 7 октября у Данила день рождения будет. Ему тоже надо 1000 подарить. Что куда захочет, туда он ее и денет. Ну а тортик скромный, но он 2 килограмма торт этот. Катя просто сказала, ребенку 10 лет, говорит, на свой выбор придумайте что-нибудь. Ну вот она и придумала звездочки. Она еще и в положении. Поэтому я сильно... Она и так не хотела заказ уже брать. У нее заказов много. Ну, торт, как всегда, мы заказали рыжик. Мы его всегда заказываем. Не всегда, но третий раз уже мы заказываем у нее. 2 раза ворвали, заказывали. Не вот Арсению. И Данилу еще, наверное, закажем. Ну, ему уже, не знаю, там 15 лет будет. Уже он уже взрослый у нас. Ой, надо жарить, а то сожгу. Что-то он высоко сильно, наверное. Я вообще не понимаю, шашлыки, если не умеешь жарить, нефиг браться. Он как вареный, надо убирать кирпичи. Сейчас, наверное, уберу. Пониже положу. Ой, жара почти нету через курицу. Все надо выдергивать. Еще и морковка, и свекла у меня. Остальное уже... Остальное, только лук был. Да кабачки надо собрать. Я вот сижу одна, они в магазин пошли. А то рюмки стоят, а выпить нечего. Да, я иногда выпиваю. Ну, иногда. Ну, никогда не опохмеляюсь и в стельку не валяюсь. И пока гостям не шиндарохаюсь. Я тихо, молча, если захотела выпить. Вот у меня настроение такое. Я села ночью за компьютер. И спокойно как села, как легла, никто меня не видит. Так что выпить это не грех. Когор же пьют. Ну а так, чтобы пропивать деньги, если у меня нечего будет есть, я никогда водку не куплю. Никогда. Ну ладно, потом придет Катя. Еще поснимаю. Болеет она, еле машет. Она и так всегда еле машет. Иди, звезда.
Дивидюлька моя. А, потяжелетку здесь можно. Вчера так упала, щечку себе разбила. Неслась, как угорелая, блин. Об косяк ударилась. О, старший, средний. Ну-ка. Зачем ты пальцы показываешь? Для чего, Сеня? Ты же понимаешь, что нельзя это? Шашлыки уже дожариваются, что-то мало. Ну, Даня сказал, есть не хочет. Я что-то взяла две упаковки. Оказалось, это надо мякоть бедра. Надо. Знаете, я такая девочка маленькая. А? Лохматуська моя с тюпленом. Надо... Дай, дай, говорит. На звездочку, на. А ты что ела вся в белом? Ну что, сюда идите, что вы там за кустами спрятались? Сень, ну ты же взрослый мальчик уже, тебе 10 лет исполнилось. Вот моя маленькая. Не хочешь это? Тебе другой давай, это деловая. Так сейчас и будет есть. На желтенькую. Данил, принеси там полотенце кухонное коричневое есть. Где? На кухне. Поищи где-нибудь, у мамы спроси. А. Вон какой синячок маленький, ударилась. Да? Бежала так, бежала. Ты мой сладкий. Вон какой синячок. Я думала, она с Сенькой играется, бежит за Сенькой, а она сама с собой. Да, и не вписалась, скажи я, в проем дверной. Не хочешь, да? Печенюшки стальненькие. Все, мне надо смотреть. А то сейчас у меня сгорит тут дело мое. Елки-палки, опять чуть не убилась. Это что такое-то? В сантиметре от кирпича пролетело. Да как, вкуснотища. Мало, конечно. Мало. Все, хватит. Ты сейчас пока все не покоцаешь печенюшки, нет? Ты опять хочешь упасть? Варвара. Мать опять улетела. Че, сесть я должна сесть? Все, сажусь. О, пицца идет. Ой, ручки какие холодные. Сейчас мама кофточку принесет тебе. Пиццу, которую купила. Малики вообще, что попалошное. Еще сыру дорезали. Одно название. Засохло тут. Ну ничего, может, сидят дети. Что? О-о-о-о. Да, тетя. Хватит, Варвар, хватит. Совесть ими. Вот привычка все кусать и бросать, кусать и бросать. Ну ладно, будем пиццу резать. Зовет кота. Убежал кот, да? Уже темно у нас, а мы все сидим. На его зашкварник. Ой, всего и стригла. Стрижку коту делала. Ага. Рыбу ест. Уже темно. Темно, темно. Нет, не надо больше кота кормить. А что такое? Непослушная девочка. А? Сейчас домой пойдем. Завтра кот обдрищится. Вставай. Давай, тран народная, давай на смерть не бой. Пришла на огород, кабачки мы подмерзли. У нас вроде бы не было холодов, я два уже огромных унесла. Здесь еще два огромных лежит. Мелких нету, мелких нету. И здесь два маленьких. Все так, что не было кабачков, один пустоцвет. Зато хрену кругом. А что с ними делать, с этими кабачками, даже не знаю. Ладушки, наверное, будут делать. День рождения так отметили, посидели чуть-чуть шашлыков, поели в дом, потом зашли в доме, посидели маленько. Да Варварин папаша домой поехал. Так, это вырвать надо.
уже ничего тут не будет. Гостей мы не приглашаем на день рождения. Не люблю эти пьянки, гулянки. Лучше я в гости кому-нибудь схожу, чем ко мне гости придут. Поэтому так посидели по-скромному. Катя Арсению 1000 дала. И все, вот так вот мы и отметили праздник. Здесь уже все убрали. Лук убрали. Сейчас кабачки соберу. И все, у нас уже холодно, но мы еще отопление не включали. У нас электрическое отопление. Еще не включали пока. Двери настежь, Варвара все открывает. Ладно, буду собирать. Вот такой вот урожай у меня кабачков всего лишь. Вот такие здоровые. А из-за того, что лето было холодное. А здесь пустоцвет был. Да, Варвара? Вот чем она играет. Куклы лежат. Вот такие дорогущие куклы лежат. Она вон баночками, консервами играет. Да, мой чудатка. Ты нормально разговаривай. Вот картошка, банки, консервы. Вот эту баночку надо было выкинуть, а ты все еще играешь ей. И картошка, самое интересное занятие. А? Скажи всем привет. Варвара, помаши ручкой. Такая она настырная, не хочет она здороваться. Привет кому никому говорить не хочет. Помаши ручкой. Замечательные игрушки у тебя, замечательные. Звездюлька. Ты моя девочка, маленькая малышка. Картошка, но... Вот тебе нравится этим играть, да? Столько игрушек у тебя. А ты все банками играешь. Катя новости смотрит. Смотреть больше нечего. Ну, я говорю, ей смотреть нечего, а мне заснять нечего. Не надоели ли еще стрелялки? Ну, он только сел вот. Сейчас до 9 поиграет и все. А это что звезда? Она вся в шоколаде. Что там? Дай сюда. Что? Все в рот, все в рот. Помойка! Уже вроде третий год, уже все, хватит уже в рот. Нет, все равно все в рот сует. Ну ладно, теперь сейчас эту зажжу. Вся в шоколаде. Я ее причесала, да? Она у них какая смотрит. Скажут, трусы грязные, теперь футболка грязная. А насчет трусов хочу сказать. И там в гости ходили, трусы с собой не взяли. А горшка у них там не было. Она описывалась, нам дали просто старенькие, уже совсем старенькие, такие выцвевшиеся. И это не грязные были трусы. Все. Мы просто выцвели. Ну, потому что старенькие. Ну, это она моя девочка. Наши-то чистенькие. Да, скажи, мы же много новых напокупали. Скажи, откуда у нас грязные? Вот так вот она, вот так. А ты где уже шоколадку нашла? Пуделечек маленький. Это только одна оставалась, я думал, съем. Да-да. Съешь. Вкусно. Тут с ними съешь. Да-да. Она не очень сейчас шоколад ест. Просто зажравшийся ребенок. Будет чикать. Трынь. Господи, там уже пить нечего. Там нету ничего. И все равно будет сидеть. Ну, иди лучше катайся на этом. Сейчас бабе на очередь будет за компьютер садиться. Все, хватит. Иди катайся. Иди. Вот так вот. Вот. На наш, по нашим-то дорогам не поездишь. Там булыжники, булыжники. Ты что-то прям ко мне, вот прям на меня лезет. Как я тебя снимать должна? Что ты мне там делаешь? Ой, лохматушка. Так я сказала, сегодня мылься. Да, резинки одевать не дает, кричит. Опа.
Кстати, сегодня тепло у нас было на ее на улице. Я налила в тазик воды, она там плескалась. Прикскок, прикскок, обвалился потолок. Что-то новое увидела. Баночку давно не видела. Ну, есть же у тебя кукла, играй кукла, а. Сколько эта кукла стоит? 3. А сколько? 3. Вот прям за 3 и купили? На акции я купила ее. А на акции? Она стоит 6, она считает. Ты что, обалдела? Вот эта кукла стоит 3000. Ну, там у нее еще какая-то одежка есть. А ее недавно на акции пускали, она вообще 1500 стоила. Ну, я... Кукла, говорит, вот это 6000 стоит. У меня аж мурашки по коже. Это что такое? Вот эту длинноногую кобылу за 3000. Просто я когда покупала на акцию, у меня же... А мне все время врет. Так у меня же еще бонусы были. Ну, это папаша покупал? Да. Ой, а то ему делать нечего. Идет на поводу. Вот у этой звездени. Жизнь бы такую драндуль, вот такую кобылу бы длинноногую ни за что бы не купила, блин. Страшная она такая. Она раз 1500 на акции была. А я не могла мимо нее. А она ей вон руки сняли, потому что она ей снимает все. Офигеть. Мама, сейчас Барби китайская, вот эта вот такая страшная. 2,5. Ну, она девчонки, страшная. Ну вот за что, вот за что, а? Да, мама, сейчас... Она сидит. Сразу ее всю раздела, все в разные стороны, Катя руки сняла. Так у нее серьги, по-моему, меняла. Есть, да? А? Серьги есть, да? Были сегодня. Не стоит она с таких. Утра. С утра были? А вот у этой красавицы... Она не играет, она их раздевает. Мам, я тебе говорю, что нормальную Барби взять, она стоит 5-6 тысяч. Я поняла. Это ненормальная, Катя. Это нормальная? Это ненормальная кукла. Это Хайдорблс. Хайдорблс. Дорблс, дорблс. Мам, 2,5 стоит, вот такая вот рожа перекошенная. Я говорю, это за что? Катя, ну ты когда берешь, ну зачем? Она еще маленькая. Она ей взяла, ей сколько? Годик там с чем-то был. Ну она играла вчера, сегодня ей. Ну она маленько стала, понимать. А перед этим она ее всю раздела, руки поотломала, блин. Так ее поставила и ходила с ней, да? По улице, да. Ой, опять одеяло тащит. Я опять сейчас. Одеяло приволокло. Пакет. Ой, какая она все-таки у нас шкодная, капризная. Глаз да глаз за ней надо. И у нее вот таких кукол, ну поменьше эти, как они там называются? Тоже Хайдорблс. Хайдорблс, маленькие такие, раза в 3 меньше это. 2 там валяются, одна там, одна за диваном, а другая, третья... запчасти на улице все. А где валяется третья кукла? Ой, я вообще не знаю, зачем... Покупать детям такие игрушки, мам, дорогие. На акции можно купить 3000 для куклы качественной. Это нормально. Зачем? Она еще маленькая. Ты ей такие куклы... Ну, а когда покупать? Девчонка большая играет, то же самое. А когда не играют они когда большие становятся, они уже ни в чем не играют. Ну, почему? Ешь? Ни на улице не ходят. Ну, Полинка, уже сколько лет она до сих пор в куклы. Ладно, играет. Все, девчонки, наверное. Варвара, помаши всем ручкой. Видео такое сегодня совсем. Коротенькая будет, наверное. Или как всегда, наверное, наболтала это минут на 20. Полинке он уже сколько лет, она до сих пор в куклу играет. Катя, ну не за 3000. Мама, я тебе говорю, китайская, Катя. Кривоногая, криворукая, какая 3000 стоит. Да при чем тут? Я вообще имею в виду, зачем покупать такие дорогие игрушки? Вот ты он... меня не там... слышишь. Да подожди ты, блин, Катя. Барби. Ты меня не слышишь, Катя? Я говорю, зачем, неважно, какие это, зачем покупать такие дорогие ребенок, игрушки? Допустим, девочка хочет Барби. Ты меня не слышишь? Я тебя поняла. Где ты дешевле можно найдешь? Лысую найти за копейки купить и нашить ей одежды, как я тебе шила. Вообще-то у меня не было Барби за копейки. У меня была нормальная волосатая Барби. Ну, нормальная, потому что тогда еще нормальные были, да. Так лучше раз взять одну качественную, чем взять 10 китайских. Да какая она качественная, если она вон, она падает, у нее голова. Мама, это кукла на подставке должна. Так. Там еще стульчик. Все равно. Я вот и там насчет того, что когда тетради покупали, мне сказали, вам вообще что-нибудь нравится, что Катя покупает.
не нравится, что она покупает либо лишнего, либо вот такие дорогие игрушки. Нормально. Когда зачем нужно было покупать пенал, тетради, если она тетради купила, пенал у нас такой же был, есть. Там он в игрушках валяется. Один Даньке. А Даня пользуется пеналом? Так ему, наверное, надо тоже ручки, карандаши. Ну, он так пользуется. Короче, все, девчонки, наверное, на этой ноте. Мама! Кукольной. Мама! Будем с вами прощаться. Варвара, помаши ручкой. Скажи всем пока. Одену шубы. Скажи всем пока. Слышишь, мам, из натуральной. Да, еще там, там в начале еще, когда мы начали снимать, когда посылку вот эту прислали, сказали, как вы можете носить из убитых животных. У нас есть искусственные животные. Так я же сразу сказала, это искусственный мех. Ладно, девчонки, на этой ноте будем заканчивать. Всем пока. Будем прощаться до следующего видео. Всем видео подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Всем пока-пока, скажи пока. Я спать хочу.